Всем огромный привет! Делаю обзор садового участка. Сегодня 23 марта. Что у нас растет на участке? Что мы посадили? Очень интересно посмотреть. Это у нас петрушечка. Здесь у нас фенхель. А здесь мы уже посадили огурчик. Это квасок. Щавель для зеленого борщика. Здесь тоже огурчик. Здесь огурчик. Это квасок. Листья салата. Много мяты у нас есть. Это тоже квасок. Это мы его режем. Он продолжает расти. Мяты много. А здесь у нас цветная капуста. Еще не все делают головку, но часть уже сделали. Вот. Это у нас прошлогодние баклажаны. Посмотрите, сколько их маленькие. Мы их немножечко подрезали только, и они продолжают расти. Листья салата. Это мы тоже калачики делаем. Вкусный салат горячий. Здесь у нас орегано. Тоже очень вкусный салат из него делаем. Это у нас зацвело дерево лаврового листа. Вот такой лавровый листик. Здесь у нас петрушечка. Просто посыпала семена, они взошли. Это калачики. Тоже салат будем делать в ближайшее время. Листья салата. А здесь у нас невыкопанная картошка. Она всю зиму росла. И сейчас нам надо ее копать. Вот здесь везде картошечка. И здесь картошка. Вот, посмотрите. Ее нужно копать все. Ботва засохла, все. Здесь у нас осталось немного кальраби. Они уже большие. Будем делать вкусный салатик. Это у нас листья салата. Вот такие красивые. Здесь кальраби. И много-много петрушки. Ой, сорняк. Сорняк между петрушкой затерялся. Вот. Здесь тоже картошка. Здесь везде картошка, но она растет из ботвы. Ой, из ботвы, из кожуры картошки, когда я на кухне чищу. Она не специально посажена. Укропчик. И здесь тоже орегано. Очень много. Вот видно, как мы резали. Здесь сделали салат. Здесь у нас брокколи. Листья салата. Здесь у нас лимонит растет. Нана растет. Ой, красивая петрушечка. Это у нас золотой ус. Как его зовут, господи? Каланхой. Всегда забываю это. И такой гераниум красный. Здесь у нас лимончики. Осталось несколько лимончиков желтых. Вот есть такие побольше. И есть маленькие. Сейчас покажу. Очень большая часть их упала. Есть еще даже цветочки. Посмотрите. А есть вот такие малюсенькие.
тут я пересадила мяту. Хорошо зашла. Все это сегодня будем резать. Будем готовить. И эту будем резать. Она какая-то маленькая, но если ее оставить, она потом будет старенькая. Это тимьян у нас здесь. Денежное дерево. Соседи выкинули, мне его жалко стало. Я его вот подобрала, и он очень хорошо здесь растет. Это тоже у нас чай. Это дерево апельсина. Остался у нас там один апельсинчик. Все. И сейчас он будет цвести. Вот цветочек небольшой. Вот цветочки. О, вот есть видно. Да. Ой, какой будет запах, когда они цветут. Очень пахнет вкусно. Это у нас мелисса. Здесь тоже дерево лимона, но оно другой сорт. Оно попозже, вот только цветочки пошли. А вот есть маленький лимончик даже. Это у нас зацвела. Ой, шкалит. Грейпфрут. Какой красивый бутончик. Вот бутончики. Здесь у нас Луиза. Полынь. Внизу это посажен чеснок. Лимонит. А это дерево помылы. Но оно пока еще не цветет. Пока цветочков не видно. Здесь тоже много мяты. Это у нас шалфей. Каждый день делаем чай из шалфея. Здесь у нас ясмин. Это один сорт. И здесь у нас другой сорт. Они когда цветут, очень-очень приятный запах. Здесь у нас цветочки. Они цветут круглый год. Вот такая красота. Здесь у нас дерево китайский мандарин. И остались немножечко мандаринчиков. Здесь у нас растение уши слона. Такой вот красивый. А здесь у нас дерево мушмула. Только птички начали уже их кушать. Я приготовила такую занавесочку. Яшмана, кроме этого деревца, они не смогут кушать. Здесь мы пытаемся сделать рассаду роз. Не всегда удачно. Виноград начинает распускать листики. Такая красота у нас, все зелено. Здесь мы купили цветочки, будем садить. Такие красивые. Работы очень много. Везде нужно вскапывать. Розы все подрезаны. Но пока роз нету. Вот такие вот розочки.
Здесь у нас клубничка, только ее нужно немножечко привести в божеский вид. Нужно немного земли добавить. Вот даже клубничка есть. Клубничка цветет. Везде нужно приложить руки. Здесь у нас укропчик остался с осени. Вот как ветром унесло семена. Это в прошлом году было. Вот так они здесь и сами повсходили. А здесь у нас огородик. Здесь мы посадили кабачки, бамью. Внизу, сейчас покажу. Посадили огурцы, помидоры. Вот. Даже арбузик один есть. Он такой маленький. Арбузик. Вот несколько. Огурчики, помидорчики. Здесь помидоры разных сортов. Так что у нас будут ранние огурцы. И здесь помидоры. Здесь помидоры, особенный сорт, который не требует много воды. А здесь у нас бобы. Мы их посадили в ноябре. И вот такие бобы у нас. Их тут много. Нужно собирать урожай. Можно готовить зелеными. Как красиво. И вот такой виноград. Распустил листики. Да, забыла кое-что. Сейчас вам покажу. Я забыла показать. У нас цветет абрикос. Вот такие цветочки есть. Работы много. Сегодня будем собирать кальраби, листья салата, петрушку, орегано, брюссельскую капусту. Сегодня будем делать салат. Сегодня выходной день. Всем пока. До следующего видео.